Итак, всех привет, всех приветствую на нашем канале Serge ZT.ua. Так, у нас очередная одна посылочка с сайта AliExpress, всего лишь одна. Что-то идут очень медленно, заказано много, но идут очень медленно. Две посылки нам не пришло, открыл спор, по одной выиграл уже сразу же продавец и вернул денежку, а по второй пока идет спор. Так, ну это так, для общей информации. Так, ну что, в этой посылочке я, честно говоря, не знаю, что. Сейчас мы с вами посмотрим. Так, аккуратненько открываем. У нас тут что-то завернутое. Завернутое. Так, больше ничего посылочки нету. Так, и смотрим, что же здесь. Честно говоря, сам даже не знаю и не представляю, что у нас здесь. У нас здесь пришел аккумулятор к моей экшн-камере. Зарядным. Так, вроде бы должен был быть еще USB. У нас USB нету. Так, и вот такой вот аккумулятор нашей, моей экшн-камеры. Дополнительный аккумулятор. Так, вот наша экшн-камера. Сейчас мы, кстати, ее сразу же проверим. Этот аккумулятор. Технические характеристики этого аккумулятора. Что здесь у нас написано? 3,7 вольта. 10,50 мАч, в принципе, такой же самый, как здесь и установлен. Технические характеристики по данному. Так, сейчас мы здесь проверим, что у нас здесь покажет. Так. Ну вот, это оригинальный аккумулятор, вот такой вот отсюда. Так, вставляем. Заходит, в принципе, отлично. Закрываем крышечку. И включаем нашу экшн камеру. Так, экшн камера запустилась. Показывает вот, что аккумулятор, в принципе, заряжен. Так, ну что ж, проверим сам блок. Так, написано 5 вольт, 4,2, 600 мАч. Такой вот очень легенький, очень просто легенький. Так, экшн камер выключим. Вымем оттуда этот аккумулятор. Так, ну что же. Вставляем вот сюда. Так, и проверим, что у нас там будет по индикации. Так, берем зарядные. От телефона обычного. Так, в принципе, лампочка загорелась. Так. Ну, в принципе, вот так вот. Так вот он у нас заряжается. Что еще сказать по данному девайсу? Будем снимать видео на экшн-камеру с запасным аккумулятором. Я думаю, что будет очень прикольно. Всем до свидания. Подписываемся на канал. Будет еще очень много интересных посылок. Будем также дальше их заказывать. Ну, все. Мы прощаемся. До новых встреч. Всем пока.